Губернатор Краснодарского края высказал свое огорчение результатом субботней игры с ЦСКА. Желто-зеленые проиграли армейцам с разгромным счетом 0-6. Стыдно за поражение ФК «Кубань» от ЦСКА. 0-6 – это даже не разгром, это позор. Как и все болельщики желто-зеленых, возмущен. В этом сезоне «Кубань» доказала уже, что способна сильно играть, в том числе с лидерами чемпионата. Но вчера команду было не узнать. Считаю, что спускать эту ситуацию на тормозах нельзя. Надо серьезно разобрать, почему перестали играть, что с мотивацией. Разгромное поражение в Москве от ЦСКА стало первым в этом сезоне для футбольной «Кубани». До этого клуб показал свой лучший старт сезона в премьер-лиге. 9 игр без единого поражения. Сейчас ФК «Кубань» находится на 4-й строчке в турнирной таблице. От первого места клуб отделяют 7 очков. Следующий матч желто-зеленые проведут 25 октября в гостях с московским «Торпедо».